Всем привет! С вами Акула и Космонавт. И мы должны отправляться дальше по сюжету. Так, значит, видимо, нам сюда. Так, осматриваем. Проклятый Абаддон меня не убил, мне удалось выжить. Осталось только выбраться из этого здания. Увидимся на месте встречи. Да, видимо, ему все-таки не удалось выжить. Так, значит, тут у нас враг. Один. Тут у нас какие-то чемоданы. Так, собираем полезняшки. Улучшенные наноэлементы. Ой, больно, больно, больно. Так, ну, ага. И там вот у нас, да, вражина. В машинах у нас ничего нету интересного. Так, ты куда ушел? Куда ты ушел? Ой, вас там двое. Не-не-не-не-не-не-не. Мы подождем. Жалко, что дистанционного нету оружия. В всяком случае, пока что. Так. Ай, блин. Ну да. Слегка все-таки огребли. Так, тот ушел туда, да. А здесь у нас, кажется. О, молодца. Ага, да, это мы открываем проход, который был. В ту сторону. Чувак, иди сюда, я тут. Так, уходим, уходим, уходим. Что нас ждет здесь? Здесь у нас маленькие и большой здесь вот, да? Как вас разделить-то? Ой, там еще один. Многочисленные противники здесь у нас. Ой, ой. Ой-ой-ой-ой. Так, это у нас какой-то новый взрывастый гад. Ай, больно. Так, лечимся. Ой, так. Жалко, что у них нету Friendly Fire. Было бы удобно. Так. А, не успел? Так ты еще и взрываешься перед смертью. Вот ты ж гад, а. Так, здесь у нас опять какие-то десантные капсулы, да? Угу. И маленькие штучки остались. Так, давайте вас оптом прям сразу. Ой-ой-ой, так, не-не-не. Не-не-не. Все, молодца. Ну-ка, это что-то еще не встреченное нами. Цепной экзохребет влияет на стиль боя. Вставьте экзохребет в гнездо экзохребта, чтобы выбрать желаемый стиль боя. И можно улучшать с помощью ремонтных консолей, которые стоят в лагере снабжения. Каждое улучшение открывает дополнительные функции. Ну-ка. Экзохребет. Цепной. На персонажа. Усиливает серии приемов второго уровня и выше. Так, а гаджет мы какой-то еще, да, нашли. Усиливает серию атак, бонус к выполнению, восполнению энергии, защитный. Давайте мы защитный пока поставим. Я все равно, конечно, огребать буду. Так, кроме десантного костюма у нас больше ничего нету. Значит,
А, это вот через стенку наша база, понятно. Так, оттуда мы пришли. Это можно было взрывать. Ой, прикольно. Вот я этого не ожидала, кстати. Ну-ка. Забавно. Так. Ты у нас тут один враг такой? Ой. Ой, уходим. Надо же, успела поставить блок. Так, а здесь у нас что-то горит красным. Это нас что-то предупреждает? Ага, такого мы уже встречали. Ага, надо бы его, наверное, отвезти, а то их как-то тут многовато. Если нас окружат, это будет неприкольно. Этот будет хватать. Стоять! Так, уходим. Давай, оттаскиваем его, оттаскиваем. Так. Ой. Давай. Опа. Фух, даже удачно получилось. Так, значит, здесь у нас опять их много. Вот если бы у нас была какая-то возможность вот издалека в них пострелять, потом... Так, этот заблокирован. Так, нам надо раздобыть... Иди сюда. Иди сюда, давай. Давай. Ой. Так. Ой, не успела. Ой, обидно. Так, страшно отомстили. Подсказка нам подсказывает, что надо найти ядерную батарею. И вот она здесь. Вот она, ядерная батарея. И мы должны идти туда. Сейчас мы еще проверим, нет ли здесь каких-нибудь ящичков. Ну, только маленькие. Окей. Значит, нам... А, тут вот еще лут остался неподобранный. Ага, у нас открылся этот ящик. Награда за пройденную парковку. Что у нас здесь? Угу. Так, и открываем парковку. А, надо два элемента. Ну, хотя бы выдали. Не надо опять куда-то бежать. Так... Отлично. О, надо же, еще работают фонари. Ой, фонари, эти самые. Еще работают знаки дорожного движения. Так, активируем. И отдыхаем. Ух, они там восстановились, но будем надеяться, они на нас не попрут. Нам надо назад, но мы пойдем посмотрим, что здесь есть. Куда это мы? А, там тоже можно пройти. А, понятно, это вот с той стороны мы выбежали, должны были пробежать сюда, но пришлось идти через парковку. Вот, окей.
Лампы горят. Интересно, зачем? Ой. Отры. Так, как тебя зовут? Ой! Тебя зовут, ты больно пинаешься, да? Так. На самом деле, проходя через парковку, я выключила себе обычный режим, переключив на порт упрощенный. Потому что меня задолбало проходить через нее, и вот сейчас я еще не переключилась. В общем. Ой, ой, фиолетовые атаки. Прикольно. Это был дозер. Буль-дозер. Забавно. Да, я не переключилась на обычный режим, осталась на легком. Ну и фиг бы с ним. Так, нам куда-то туда. О, нас там кто-то поджидает. Но мы пойдем обратно, потому что всегда интересно посмотреть, а что же в месте, куда нас никто не звал. Так, тут у нас враги. Так. Ой, больно. Стоп, идти дальше нельзя. Ну и ладно. Какой-то... Ага, человек у нас там. А здесь можно запрыгнуть? Хм, странно. Интересно, как будто бы помечено краской, но не, нельзя. Или это свет так проникает? Странно. Так, где у нас там человек? Ух ты, там много противников. Так, человек туда, и там еще какой-то лут. Так, ребят, давайте, вы идите сюда, чтобы тех не привлечь. Ну. Давай, молодца. Ой, больно. Так. Ух ты, лампы горят. Ничего себе. Это мы опять каких-то десантниц встретили, да? Все тоже ядро тела, количество ядер тела. Ага, нам надо еще одно, да, найти, чтобы. Так, полимерный материал для изготовления наносьютов. Жалко, нельзя в дартс поиграть. Такой мини-бар тут был, получается, да. Стоечка, лампы. Красиво. Так. Нам куда-то туда, и там дверь еще есть. Так, ты кто? Ой. Ой, ой-ой-ой-ой. Кто ты, воин? А, ты тоже кидаешься какой-то дрянью, которая еще и взрывается при этом. Блин, а как к тебе пробраться-то? Удар. Так, клевый ящик. Ага. Ух ты, у нас тут есть взлом. Так, ну-ка, начать. А, понятно. Просто... Просто галочки туда-сюда. В смысле, стрелочками на геймпаде. Ну, простой взлом. Амнизатор. О! Ящерка. Чудесно. Опять открыли какой-то шорткат. А, нам туда, да. Да, тут у нас шорткатик образовался. Пойти, что ли, полечиться? А, хотя нет, у нас три осталось.
лечилки, так что все норм. Значит, за углом нас ждет противник. Выманиваем его. Смотрим. Ой! Я же говорила, что я даже в условиях облегченной игры все равно огребаю. Красиво. Красиво дерется девочка. Подземная парковка. Русский язык. Я же хотела ударить. Ну, так нечестно, между прочим. Ай-яй-яй-яй. Так. Живи, Ева. Ева, живи. Так. Ой, там опять этот дозер-бульдозер, да? Так, наш друг что-то нашел. Тебе надо пробраться туда, чтобы найти транспортное средство. Ага, у нас будет транспортное средство. Но у нас нету элемента. Значит, нам надо идти к этому дозеру-бульдозеру. Ну, ладно. А, вон оно там в машине, да? Ай, не огребаем. Ну слушай, Ева, когда ты огребаешь на простом уровне сложности, ты меня позоришь, прям, понимаешь? Ух, кровища. Так, получаем. Давай, получаем. Почему не получаем? Вот. Элемент. Ядерная батарея и ящичек. Пока что как-то скучно сегодня. Сюжета нет. Ничего интересного нет пока. Ну, деремся и деремся, да? Матери сфере. Мать сфера, наш луч надежды, наш пророк. Неужели ты нас покинула? Молю, спаси нас от биотивов. Сделай что-нибудь, пока моя вера не умерла. Ну, видимо, его вера умерла вместе с ним. Так, а что у нас там? А как нам туда пройти? Ящик. И еще что-то. Да, как-то можно. А, ну-ка. Так, подпрыгиваем. Как нам туда пробраться? Тут тоже что-то интересное. Так, нет, тут не получается. Ай, не падай, девочка. Ну, я ж просила. О, там наверху тоже, смотрите, что-то есть. Причем еще противник есть. И туда нам можно как-то допрыгнуть. Хм, странно. Угу. Сюда можно было залезть, да? Так. Ой. Повреждение от падения? Это было неожиданно. Так, человек. Легионер 302. Несчастье. Где застряла спасательная команда? И связь, похоже, накрылась. А мне уж казалось, что больше не придется есть эти отбросы. Надо продержаться, пока нас не спасут. Чтобы выжить, моему телу понадобится топливо. Он ел отбросы. Понятно. Так.
Наверху там просто, да, светилось, то есть светяшка не давала нам никакой, как это сказать, подсказки, что туда надо бежать, да? Где у нас тут выход? Да, вот здесь. Было бы забавно взять и оказаться здесь просто в ловушке. Так, это просто светится, да? Да, там не пишется, что что-то есть. Ну а как нам попасть вот... Да, или это какие-то будут другие навыки с... как-то... большими прыжками. Интересно. Ладно, давайте идти, как нам подсказывает подсказка, найдите опять батарею. То она уже так истерически мигает, что типа, ты никак не можешь пройти. Отлично. Тут тоже затоплено. Дорога затоплена. Я знаю, но других вариантов нет. Ладно. Внимание. Да? Так. Ну, вроде бы бороться в воде мы не умеем. Так, там человек затопленный, да? Ну-ка. Что у нас тут? Тут что-то было. Или мне показалось? А, это вот там вот затопленный человек. Так, сюда? Так. Вот, блин, пиксель-хантинг. Евочка, разворачивайся. О, давай, управлять. Пароля нету. Так. О, тут оказывается перспективная дырка. У тебя пароль? На линию поступил сигнал от нового отряда. Операция «Ева» начинается. Ангелы смерти спустятся из колоний. Они очистят землю от биотифов и спасут нас. Мать Сфера подарит нам избавление. Больше мне не придется выживать в этом аду. Какое счастье, что он меня не сломил. Ага, и пароль. Отлично. Значит, Ева у нас ангел смерти, да? Но что-то как-то пока только сама Ева огребает. Так, подсказка. Так, мю. Что, открыто? Тончим лицом. B2. Ничего не вижу. Так. А, нас научат подниматься по канату. Ура! Новая база. Мы что-то можем нового? Так, ну отдохнем. Продвинет нам разговор сюжетный какой-нибудь? Адам, я очень удивилась, когда впервые тебя увидела. Почему? В колонии нам рассказывали, что все люди на Земле погибли. Наверное, с орбиты так оно и выглядело, но мать Сферы не всеведуща. Значит, тут есть и другие выжившие, вроде тебя. Да, но нас очень мало. Сейчас Земля почти непригодна для жизни людей. Я думала, этот Адам тоже робот. Странно. Так, настройки умений, ну-ка.
ремонтный... Ну, подцепись к нему. Ремонтная консоль. Открыты новые функции. Модули экзохребта, что-то там. Так, можно усиливать. Ну, так как у нас пока что один экзохребет, ладно. Увеличивает критический урон на 23%. Угу. Наноэлементы и так далее. Ну-ка. Так, ядро гаджета. Добавлено новое ядро гаджета и ядро оружия, повышение силы атаки. Отлично. Ага, здесь, значит, можно переключаться между Евой и ее экзохребтом. Хорошо. Так. Мусорка зачем-то. Магазин. Стимуляторы. Гранаты. Инициализатор. А, очков умений. Перекачиваться можно. Кстати, это... Смотрите, достаточно легко это можно сделать. То есть можно менять себе эти самые билды. Так, а здесь у нас что? Настройка умений. Есть новые умения, возможности? 7 от целых, да? Так, выживания этого пока у нас нету. Бета силы. Значит, триплет. Ударная волна. Этим вот мы умеем пользоваться, да? Так. Щитолом. Освобождает импульс. Давайте возьмем щитолом. Вот. А еще, наверное... Так, ну немножко прокачались, немножко все сделали. Тут куда мы можем переместиться? Тихая улица, парковочная башня. Это мы на заброшенной станции сейчас. Пароль для тихой улицы сейфа мы так и не нашли. Интересно, какой он. Ну что, нам теперь сюда? Мы на месте. Где транспорт? Попробую включить панель монорельса. Ну-ка, а тут у нас что? Это что такое? А, это как раз панель. Чтобы восстановить подачу энергии, надо перенастроить код. О, получилось. Ожидайте. That's great. Отлично. Try activating the monorail. Попробую еще раз включить панель монорельса. Как будто бы я уже включала панель монорельса.
А я всего-то полезла смотреть, вдруг что-то есть интересное. Ну хорошо. Что-то движется в нашу сторону. Не волнуйся, это монорельс. Древнее электронное устройство – это наш транспорт. Ну ладно, после тебя. Ух ты, какие кресла. Ева, ты в порядке? О, я просто задумалась о вчерашнем. Этот город, здесь так тихо и так одиноко. Так происходит, когда в городе не остается людей. Ева, что ты будешь делать после того, как победишь Альфа-Биотива? У всех десантников одна единственная цель в жизни. Мы должны выполнить поставленную перед нами задачу. То есть, уничтожить биотивов. Весь смысл твоего существования — истребить другой вид живых существ. Звучит невесело. То есть сзади там сиденье, а тут только стоять. А, ну и спереди, да, тоже. Мы на месте. Хочешь сойти? А у меня есть варианты. Видимо, нету. И он уехал. Удивительно, что монорельс не сломан. Ну-ка. Специально закрыли, да? Эх. А я-то думала, можно будет посмотреть, что там. Так. А, можно вызвать опять. Так, мне отняли управление. А отменить поездку я могу, извините. Так. Можно я не поеду никуда? Да, можно. Так. Легионер 244, воспоминания. Один батальон легиона включает около 20 тысяч солдат и все необходимое им снаряжение. Батальоны 8 и 15 были размещены в Эйдосе 7. После уничтожения колонии осталось около 3000 солдат. Интересно, сколько из них доживет до рассвета? Да. Так, между тем, кажется, у нас вечер наступает, да? Или наоборот, утро? Ой. Затопленный коммерческий сектор. Кажется, раньше здесь была площадь. Верно, только теперь она затоплена. Но есть и хорошая новость. Лезть в воду тебе не придется. Зал архивов вон там. Окей. Ягодок, в смысле, конфеточек нам тут не дадут. Ну-ка. Так, наносьют изменяет внешний вид Евы. Собирайте разные дизайны и материалы, чтобы изготавливать новые наносьюты. Соберите коллекцию и сражайтесь за судьбы мира в стильном наряде. Так. Ну хорошо, значит, у нас будет новый дизайн костюмчика. Так, тут мы тоже можем спуститься. Так, сохраняшка.
А здесь можно делать наносьюты? Или наносьюты только в этом самом, в большом лагере? Здесь у нас настройка умений, да? Да, мы их только-только настроили. Ой! Так, нет. Наносьюты... Нет, тут нельзя этого делать. Ладно. Так, там у нас враги. А нам в ту сторону, да? Если мы туда пойдем, мы огребем. Но с другой стороны, мы только что сохранились. Держись подальше от воды. Похоже, она под напряжением. Так. Противник. И тут мощный противник. Ну да, легкий уровень сложности, он легкий. И это славно. Ой. Ух. Так, сюда нам не надо, потому что вода под напряжением, да? Но там же что-то есть. Ну-ка. Ой-ой-ой. Быстрей, быстрей. Да, вода нас убивает медленно. Но убивает. Так, можно пройти туда. Да. Тут что-то светилось. Так. Можно пройти куда-то туда. Так. Ну, давайте. Давай, давай, прыгай. Ага, молодца. Интересно, это мы, наверное, как-нибудь спустим воду, да? Ой! 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 Понятно, это медуза, которая... Ай! Делает больно. Да, зачем вас столько? Ай! Мне бы вот дистанционку с ней какую-нибудь. Ай! Ну давай уже, помирай. Давай. Не умирай. О, отлично. Причем у нее какие-то еще и там волосы развивающиеся были, да? Так, а, там еще один. А зачем мы сюда пришли? Я думала, здесь будет что-то хорошее, полезное. Наверное, надо было идти по сюжету. Если только, конечно, в том вот ящике есть что-то исключительно клёвое. Так. Материалы для изготовления наносьюта. Не, ну это, конечно, здорово, но...
Да. Я немного разочарована этим местом. Я думала, здесь будет что-то более классное. А тут получается просто сильная медуза противник и материалы для наносьюта, да? Так даже не интересно. Ай, только не падай вниз. Ну, куда ты прыгаешь? Так. Так, здесь у нас еще один чувак. Я вижу здесь код. Затопленный коммерческий сектор, задние ворота. А, то есть нам все-таки сюда надо было, да? Или какие, к каким это задним воротам? Ну-ка, а тут у нас... кажется, здесь мы тонем, нет? Или как-то тут можно будет пробраться, ладно. Но мы все равно вернемся на тот путь. Ну-ка, сюда мы не поднимались. Просто тоже платформа. А, это запертая часть платформы, которая нам была недоступна, да? Полимерный материал. Ну ладно. Тогда бежим, куда положено было бежать. Там что-то внизу тоже светилось, но это в воде. Светяшки в воде, но не нужны. Они слишком больные. Ой! Ой! Так, это здесь нам нужен этот код, да? Да, получается, нам туда надо было все-таки. Так, мю. Shopping done. Шопинг завершен. Че, правда? Так просто. Так, и сейчас мы сможем сделать наносьют, правильно, новенький какой-нибудь. Хочется посмотреть на костюмчики для Евы. Так. Ремонтная панель. Открыты новые функции. Наносьюты можно улучшать с помощью чего-то там. Так, изготовляем. Давайте использовать. Они нам, я так понимаю, пока ничего не дают, только новый внешний вид. Оранжевенький или зелененький. Ну, давайте для разнообразия в оранжевом побегаем. Так. И отдыхаем. Адам, ты часто встречаешь десантников из колонии? Вообще-то нет. Но вчера так получилось, что я был тут. Я еще никогда не видел такой масштабной десантной операции. Почему ты меня спас? Знаешь, точно я не могу сказать. Я просто почувствовал, что должен это сделать. Это трудно объяснить. Мгновенное и очень острое ощущение. Ну ладно. Не то чтобы я была против того, чтобы нас спасали.
Тыкс. Куда нам идти? А, здесь у нас просто тупо тупик. Так. Ой. Да, блин, все плюются. Все у меня плюются. Так нечестно. Стоило ожидать этого от профессионала. На легком уровне сложности. Отпор. Ж-отпор. А, это типа я должна была кинуться к ящику и тут же огрести, да? Так, расходуемые предметы. Нажмите стрелочку вниз, чтобы применить выбранный расходуемый предмет. Удерживайте. Можно купить в магазинах или подобрать. Понятно. Гранаты, значит, да? Шоковая граната, импульсная граната. Окей, понятно, спасибо. Так, тут у нас лестница. Воспоминания верующего. Колония высылает новый отряд. После завершения последней войны прошло уже много времени. Мать Сфера наконец-то ответила на наши мольбы. Смерть чудовищам. Пусть наши воспоминания живут вечно, да найдем мы спасение. Так, тут нам не пройти, да? Мы такие прям вот не проскользнем сюда, да? Ну ладно. Не проскользнем, так не проскользнем. Ты запрыгивай, но не бейся головой. А, понятно. Ясно, понятно. А почему-то у меня не получилось на нее десантироваться сверху. Странно. Ладно, значит, нам туда, да? Раскачиваемся. Далековато. Попробую прыгнуть и совершить рывок. Так, нажмите кружочек, находясь в воздухе. Ай! Больно. Кажется, сейчас я израсходую все свои лечилки на попытке перепрыгнуть, да? Ладно. Так, ну что ж, будем пробовать. Ага. О, получилось. Поднимайся. Так, теперь нам туда. Где желтый цвет, я вас спрашиваю? А, вот. Окей. Ух ты. Интересно, почему здесь столько кранов? Или этот был недострой? Там что-то пальцем вверх показывает. Зато попал пальцем в небо. Ой. Это как сцена апокалипсиса. Что? Ничего, просто мысли вслух. Так, у нас сменилась музычка немного. Значит, это новые территории, да, какие-то? Так. Что-то там шиппинг. Так, рыбки. Ой!
Так. Я видела там ачивку за поимку рыбок. Интересно, как ее ловить. В смысле, было что-то про... Была какая-то ачивка за разную рыбу и все такое прочее. Но, похоже, пока что мы не знаем, как ловить рыбу. Так. Время. И кода мы не знаем. Мне нужен четырехзначный пароль. А, еще одна головная боль. Смотри, здесь написано время. Может, это связано с часовой башней? Нормальные такие подсказочки. Так. Значит, куда-то туда, да? А мы вот там, когда ходили, я что-то там еще видела, нет? А, тут нельзя пройти к этому человеку. Ладно. Значит, тогда пойдем вот по тем желтым подсказкам. Так, прыгай. Так, куда мы можем дальше? Открывай. Или ты не можешь? Ага, понятно, здесь мы не можем. А, вот как. О, берегись, Ева. Как я могу беречься, если я тут болтаюсь непонятно где, непонятно как? Ой. Ой! Это нечестно. Ты в порядке? Ничего. А я там перепрыгну теперь или нет? Непонятно. Давайте еще раз попробуем. Вдруг перепрыгну. Так. Значит, тут закрыто. А, там можно будет, наверное, этим самым рывком, да, в воздухе. Ай! Нет, нельзя. Так, подсказка. Посмотрите, какое время показывают остановившиеся часы на часовой башне. А, то есть вот так вот. Хорошо. Спасибо за подсказку. Я как-то, да, я не поняла. Так, а башня у нас где видна была? Ева, ты не застреваешь. Башня там видна? Ну ладно, виды все равно красивые. Так. Остановившаяся башня. О, в смысле, остановившиеся часы. А, вот. 12:25. Ну-ка, 12:25. Ну, правда. Гневная предсмертная запись. Операция Ева, десантный отряд, ангел. Все это полная чушь. Сказки матери сферы. Никто нам не поможет. Матери сфере плевать на наши жизни. Столько надеяться, ждать спасения. Как это было жалко и глупо. Ну а теперь я ни о чем не жалею. О, мы тут можем отдохнуть.
На удивление. А, но это не восстановило нам эти самые паночки наши. Ладно. Так, оттуда мы пройти не можем, да? Хорошо, ладно. Так. О, отлично. Для наносьютов. Интересно, сколько здесь будет наносьютов. Я уже видела там некоторые картиночки красивых шмоточек. Вот. Но, естественно, я вижу зал архивов, мы почти на месте. Да? 62 метра вниз. Ты живой? Связь с другими городами утеряна. Рано или поздно ублюдки захватят и этот. Земле конец. Единственный способ выжить – бежать в колонию. Если хочешь остаться здесь и сражаться, пожалуйста. А я иду к орбитальному лифту. Угу. Мы уже несколько раз встречали упоминание орбитального лифта. Интересно, он нам понадобится тоже для чего-нибудь или как? Не зря же его постоянно упоминают. Хотя, может, и зря, ладно. Мы пока не знаем, как эти люди взаимодействуют с, как это сказать, нарративом, да? Так. Активируем лагерь. Так, и можно как раз здесь будет восстановить наши баночки. Отлично. Я не переключаюсь на обычную сложность, потому что... Ну, а почему нет? Так, тут что-то... Что-то вниз. Кто-то куда-то. Ну-ка. Так, куда нам? Наверх? Прыгай, прыгай. Я думала, мы пробьем ему щит. Ой. Ой, елки-палки. Больно. Ай. Ой, сейчас мы огребем. Ой. Ай, не успела. Давай, 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 давай. А ты бы, Адам, мог и помочь. Фух. Так, а ты тут такой трусил, да? Угу. Еще одно ядро, да, как оно там называется? Бета-ядро. А, еще одно надо будет, да? Постоянно я их на что-то трачу. Набор брони позволяет изменять внешний вид дрона. Ага, это шмоточка для нашего дрона. Хорошо. Значит, сюда мы пришли... за дрона внешкой. Ну хорошо. Так. Ай, Ева, не падай. Не-не-не-не. Так. Сюда, сюда. Хорошо. Куда нам теперь? Куда мы должны были сюжетно идти, пока не отвлеклись? Сюда?
Ага, тут у нас шорткат. Туда, куда мы не могли попасть. Ну, хорошо. Не знаю, правда, конечно, зачем нам это все. Башня памяти. Это памятник победы. Какой победы? Зал архивов там, внизу. Понятно. Ай, больно. И вот там вот у нас, да? Так. Приказ Артемиды 8. Нам сообщили, что термоядерный реактор пуст. Артемида 132. Осмотрите область и найдите ядерную батарею. Пароль под башней памяти. О, это вот этот щитовой. Так. Нам туда? Вот забавно. Я все время думаю, что о, я вот загляну туда. Это, наверное, какое-нибудь ответвление. И иногда это оказывается ответвление, но чаще всего это оказывается то место, куда мне действительно надо бы посмотреть, сходить. Артемида 49. Найди способ создать резерв данных и извлечь их из архива. Если мы сохраним хотя бы копию данных, то позже сможем их восстановить и снова подключиться к сети. Я просканировал личные данные. И что? Сканировал и что? Так. Проверяй. Давай. Nothing's happening. Ничего не происходит. Тут раньше все было по-другому. Когда питание отключилось, системные настройки были сброшены. После подачи энергии нам надо будет авторизоваться. Может, просто проложим путь силы? Не стоит. Если включится система безопасности, внутрь мы уже не попадем. Окей, понятно. Ага. Невидимые стены. Смотрите, невидимые стены, которые видимы. Так, давай сначала посмотрим вокруг памятника Победы. Давай посмотрим. Там вот перспективная лесенка вниз была, это она, то, что нам нужно. Эта лестница ведет в щитовую. Да, это то, что нам было нужно. Так, ага, ячейки, замечательно. Ячеек нет. Похоже, ядерная батарея неисправна. Стой, где-то рядом еще одна батарея, я уловил сигнал. Так, это мы нашли, да? Так. О, батарея? Батарея. А тут у нас что? А, тут просто ящичек. Отлично, питание восстановлено. Так, это поможет нам попасть в архив? Правильно понимаю? Теперь можно отправляться в зал архивов. Ну-ка, что же нас ждет?
Eidos. Cybernetic Industrial. Я думала, нас тут ждет какая-нибудь сюжетная штука, нам что-нибудь расскажут, покажут. Какой-нибудь вот это поворот случится. Зал архивов. А может и случится. Не могу поверить, что мы в зале архивов. Все как во сне. Теперь осталось только найти гиперреактор. И вызвать гиперреакцию. Аудио only, только звук. В начале 22-го столетия человечество оказалось на грани гибели из-за глобального потепления. Мать сфера предвидела это и подготовила человечество к такому испытанию. Процесс естественной адаптации, ранее занимавший целые эпохи, стал минутным делом. Внутренняя батарея заменила сердце и позволила выживать без воды и кислорода. Прорывы в био- и нанотехнологии сделали болезни и старости делом прошлого. Это позволило совершить огромный скачок в освоении опасных зон и самого космоса. Теперь мы можем выдерживать немыслимое давление в океанских впадинах и даже покидать орбитальную станцию без скафандра. Но похоже, что-то пошло не так, да? Мать сфера — величайшая и единственная надежда человечества. Наслаждайтесь гармонией и комфортом Эйдоса 7, первого города, построенного матерью сферы, матерью всего человечества. Я ничего не понимаю. Адам, ты можешь это объяснить? Последняя война перечеркнула историю человечества. Наверное, это видео сняли до нее. Гипербатарея. Это ее ты ищешь? Да, достань ее из гиперреактора. Ничего себе, здоровенная какая. Отлично, первая цель достигнута. Пошли, пока резервная энергия не закончилась. А куда мы забрали эту батарею? Извините. Где батарея, Ева? Куда ты ее спрятала? Фух, мы ее добыли. Гипербатарею. Она принесет много пользы. Спасибо, Ева. Ну, ладно. Ты знаешь, где искать Альфа-Биотива? Ха-ха, конечно. Это недалеко. Так, гипербатарея позволяет запустить гиперреактор. Спасибо. Нам бы на самом деле сохранялку. Но, видимо, сохранялки не будет. Это было совсем обидно. Ай! Ай! Да ёлки-палки. Ай, больно.
Ай-яй-яй. Да что ж такое-то? Ай! Да блин! И опять мы кого-то разрезаем прямо себе на лоб. Зеленая жижа испачкает у нас оранжевый костюмчик. Противная гадость. Это называлось осквернитель. Ты так выбьешься из сил еще до того, как мы доберемся до Альфа. Так, куда нам идти? Гаджет разрушения щитов, кучу всего набрали. Так, лечилок нет, ничего нет. О, тут внезапно. Ответ Артемиды 49. Задание провалено. Мы закрываем архив и возвращаемся на базу. Так. Я не понимаю, куда нам. Сюда? Гриль или что? Максимум БЭ повышен. А тут что светится? Я думала, тут что-то полезное светится. Странно. Магазин игрушек. Ага, так, тут за углом стоит враг. Хорошо, понятно. О, отпечатки рук. Так, сейчас мы отлетим, да? Ай! Да. Не, не отлетели, на удивление. Так, тут наши враги, чувачки мелкие. На последних крошках ХП, да, ХП. А здесь что есть хорошего? Здесь просто... просто немножко лута. Так, вообще, я рассчитывала здесь увидеть какое-нибудь место сохранения. Потому что, потому что да. Нам нужно место сохранения. Так, там я пропустила какой-то труп, да? Так, ну, я так понимаю, мы сейчас отлетим. Да, все. Ай. Так, ладно, располовинили его. О, иди сюда. Да, иди сюда, не убегай. Так, что у нас тут? Модуль для шейкера-дозатора. Хорошо. Дальше нам надо наверх, да? Ну там-то будет сохранялка хотя бы, чтобы мы могли прерваться. Там вот... я там вижу ящичек, поэтому мы заберемся туда опять. Так.
Значит, заберемся, я сказала. Так, сначала мы идем сюда. Тут что-то светится. О, высокотехнологичный наноэлемент светится. А потом мы пойдем наверх. Потому что там тоже был какой-то ящик. Модуль для улучшения дронов. Цветок, который никогда не вянет. Акт милосердия. Это как-то собирать надо или просто посмотреть на него? М? Интересно, почему они такие все изломанные? Как будто бы помесь человека с чем-то странным. Блин, тут только всякие улучшалки. Ладно, улучшалки — это тоже хорошо. Вот, оставить ящик за спиной и не проверить, что в нем, это поведение недостойное. Ну хорошо, теперь идем наверх. Давай. Забирайся. По лестницам сложно лазить, я понимаю. Взять, что ли, маленький хвостик, изменить. В смысле, вот это вот волосы длиннющие на маленький хвостик. Или не надо? Так, там враг. Ну что ж. Что-то мы с вами достигли сегодня. Катались на монорельсе. Добыли гиперячейку для гиперреактора. Вот. Сюжета было достаточно мало. Вот. Но я надеюсь, что все-таки дальше будет интереснее. Вот. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в новых сериях.